нужно, конечно, и теплоснабжающей организации своевременно было отреагировать и изменить температурный график, исходя из фактического состояния тех систем, к которым подключились. Конечно, это и для теплоснабжающей организации будет определенным уроком, потому что она, в принципе, первый крупный город здесь запускаем на природном газе с компанией «Петербург Теплоэнерго». Я думаю, что технические специалисты там тоже определенные выводы сделают, и переключение домов в аналогичных населенных пунктах